человеческие существа, мы инстинктивно притягиваемся к величию природного мира, этим впечатляющим образом, который вдохновляет нас своим размахом и силой. При этом такие моменты наполнены реальным чувством удивления. Но самые удивительные откровения природы не всегда определяются просто их силой или физическим измерением. Часто на нашей изолированной планете многие из величайших чудес природы становятся центром внимания. Чудеса редкой красоты из-за их сложности и творчества. Чудо находится на девственных крыльях насекомого, весом менее 30 граммов. Когда вы смотрите на бабочку, вы не можете найти слова, которые бы описали то, что вы видите. Поэтому я говорю себе, что я хочу быть частью того, что действительно здорово. Это не только биология, но и магия. Когда вы держите бабочку в руке, впервые ловите ее с очком или наблюдаете на цветке, перед вами совершенно замечательное, деликатно сформированное тело с лапками, усиками и другими частями, которыми она умело и одновременно шевелит. Каждый из этих 20 тысяч видов имеет разные цветовые узоры, и у каждого из них есть крылья разной формы. Их разнообразие абсолютно красиво. Если бы я был величайшим художником в мире, я бы не смог понять все эти причины. Да, это было бы абсолютно невозможно. В рабочей книге «По чешуекрылым», в котором описаны бабочки, вы найдете на удивление изумительные описания. Тот факт, что они начинают как гусеница, а затем становятся таинственной куколкой, из которой появляется это летающее существо, захватывало воображение мира с древних времен. На протяжении всей истории бабочки захватывали умы и души людей научного и философского толка. 3500 лет назад египетские художники изучали их анатомию и сделали их эмблемами красоты и эстетики. В фольклоре ацтеков и майя бабочка символизирует жизнь и смерть. Для древних греков слово «бабочка» и «психика» буквально означали «душу». Сегодня загадочные циклы их жизни описывают волшебными и чудесными словами. Почти для каждой бабочки цикл начинается с откладывания яиц. В зависимости от вида, самка может отложить около 200 штук во время ее короткой жизни. В каждом из них начинается необычайный процесс роста и трансформации. Яйца замечательны сами по себе. Их архитектура специфична для каждого вида, а некоторые из них захватывают дух. Например, если вы смотрите на кладку монарха, то увидите, что ее симметричная структура очень красива. Это выглядит как мини-купол или мини-собор. Каждое яйцо, размер которого варьируется от булавочной головки до ногтя пальца ребенка, прикрепляется к растению липким выделением самой бабочки. Они покрыты слоем воска, который поддерживает их влажными и прочными. Каждая откладывается на растение определенного вида, называемого хозяином.
Эти растения хозяева являются единственным источником пищи, которую едят маленькие бабочки. Так что выявление этих листьев на ветвях имеет первостепенное значение. И у самок есть все необходимые инструменты для выполнения этой задачи. Это необыкновенно. Как она может чувствовать запах этих растений? Она может обнаружить их на расстоянии многих километров, и она знает, что она приближается к растению-хозяину, так как его запах становится все сильнее и сильнее. Затем она начинает фокусироваться на форме листа. Инстинктивно она знает, какой должна быть форма листьев этого растения-хозяина, и она начинает ощущать его вкус. И она начинает бить листья ногами, при этом царапая их когтями. Затем она пробует на вкус содержимое листа через царапины. Она также оснащена усиками. Итак, у нее есть лапы и подвижные усики. Она использует свои механизмы, чтобы убедиться, что это подходящее растение. Если это неправильное растение, ее гусеницы умрут. Бабочки не ошибаются, это действительно потрясающе. То, что делает эта самка бабочки на таких огромных расстояниях, это одно из величайших чудес природы. Яйца большинства их видов вылупляются через неделю. А затем только что рождившаяся гусеница начинает готовиться ко второму этапу своего путешествия во взрослую жизнь. Их называют пожирающей машиной, потому что их единственная цель — это есть и расти. Когда гусеница действительно голодная, то мы можем даже слышать, как она ест, все больше и больше откусывая. Она просто жует и жует, перетирает и перетирает. Одним словом, накапливает сырье до следующего этапа ее жизни. Гусеница может набирать вес так быстро, что каждый день она может съедать столько листвы, сколько весит сама. Она представляет собой мощные челюсти и пищеварительный тракт, который проходит полностью через все ее тело. Это живот на ногах, который может умножить свой вес более чем в 3000 раз в течение менее чем за 2 недели после рождения. Чтобы показать вам, насколько это удивительно увеличение ее веса, представьте себе ребенка весом около 4 килограмм. Умножьте эти 4 килограмма в 3000 раз, и вы получите ребенка весом в 12 тонн. Рост гусеницы сопровождается множественными переходными процессами. Периодически наружная оболочка гусеницы нуждается в обновлении. Она обладает некоторой ограниченной эластичностью, водонепроницаема, так что гусеница не обезвоживается. Когда гусеница вырастает, она наполняет эту оболочку, и в какой-то момент она уже не может расти дальше. Поэтому она должна отрастить новую, более крупную версию внутри. Сброс оболочки начинается, когда гусеница закрепляется с помощью шелкового кокона. При этом она цепляется маленькими крючочками на лапах и разрывает внешнюю оболочку, которая закрывает ее голову. В эпидермисе гусеницы есть рецепторы, которые ощущают напряжение. Они определяют уровень давления на коже. И когда это давление слишком велико, они посылают сигнал мозгу гусеницы, который высвобождает гормон, который, в свою очередь, вызывает линьку. В течение жизни происходит 4 или 5 линек. Ее быстро растущее тело состоит из двух разных типов клеток. Личиночных клеток, которые образуют все ее органы и позволяют ей функционировать, и имагинальных клеток, которые сделают ее бабочкой. Dans les
На последних личиночных стадиях гусеницы можно увидеть появление новых структур. Это категории клеток, которые являются предшественниками того, что впоследствии станет крыльями, лапками и сенсорными структурами у взрослых бабочек. Большинство из этих групп имагинальных клеток развивается самостоятельно и не привязаны к телу гусеницы в тех местах, которые соответствуют тем органам, которые они будут формировать у взрослых. Эти заготовки остаются в состоянии ожидания. Они отложены для создания взрослых структур, и после определенной точки развития эти клетки начнут свой рост. Когда личиночная стадия приближается к концу, гусеница перестает есть и ищет изолированный уголок для изготовления шелкового кокона. Далее она цепляется парой задних лап, а затем висит почти неподвижно. В таком вертикальном положении она висит около суток. Внутри гусеницы происходят различные химические реакции. Когда происходят эти изменения, мы понятия не имеем, что происходит внутри, пока она вдруг не поглотит жидкости, чтобы кожа начала рваться. Последняя стадия гусеницы знаменует начало третьего этапа развития бабочки. И появление замечательной структуры называется куколкой. Когда старая кожа сброшена, рецепторы сообщают, что тонкая оболочка покрывает куколку, чтобы шелковый кокон мог долго висеть. Чтобы увидеть это, мы используем сканирующий электронный микроскоп с увеличением более 500 крат. С помощью микроскопических крючков гусеница прикрепляется к шелковому кокону, который висит под листом или стеблем. Она начинает вращаться, снова и снова поворачиваться, потому что она хочет побыстрее избавиться от своей старой оболочки. В течение часа после образования куколки она принимает окончательную форму и начинается один из самых увлекательных процессов в природе — метаморфозы гусеницы в бабочку. То, что вы видите в куколке, не является бесформенной массой. На самом деле это похоже на заготовку для взрослой бабочки. И вы видите области, где формируется будущая голова, а фасеточные глаза видны снаружи оболочки личинки. Брюшная секция четко выделяется из грудных отделов, где будут прикреплены крылья. Все это невероятно новое по сравнению с гусеницей, где все казалось одинаковым по всей длине ее тела. Это преобразование из поедателя растений, который не летает и имеет ограниченную подвижность и плохое зрение, к красивому крылатому насекомому, питающимся нектаром, который может парить в воздухе на более чем 80 километров в день. Это поистине чудо из мира природы. Как это происходит, все еще остается загадкой. Однако, новые исследования на уровне молекул и клеток дают интригующую информацию. Существует некоторая преемственность тканей гусеницы со взрослыми бабочками. Но почти все, что было в гусенице, исчезает и превратится в новые структуры, не имеющие ничего общего с тем, что было у гусеницы. Например, фасеточные глаза взрослой бабочки отсутствовали у гусеницы.
В гусенице нет эквивалентно шести длинных ног с суставами. Таким образом, это совершенно новые структуры, которые будут построены. В метаморфическом насекомом у вас две формы тела. Сначала вы должны создать конструкцию, которая работает, а затем сменить составляющие и сформировать другой организм. Меня поражает это развитие, в котором из гусеницы возникает совершенно новое, потому что это невероятно сложный процесс. Но когда переходите к стадии куколки, вы должны сделать все правильно. Вам нужно начинать с нуля. Рождение бабочки начинается с частичной гибели гусеницы. Внутри куколки гусеничной клетки, которые образовывают внутренние органы, систематически перевариваются и преобразуются. Вы должны удалить или переварить ткани гусеницы, которые не работают у взрослых бабочек. Фактически, сами клетки исчезают, но то, из чего они состоят, перерабатывается и превращается в своего рода суп, из которого будут построены структуры взрослого организма. Во время этого процесса имагинальные клетки, составляющие основу тела взрослого насекомого, начинают дифференцироваться и размножаться. Смерть клеток запрограммирована и не происходит случайно. Если вы убиваете хорошую клетку, то у вас есть серьезная проблема. Все это разработано с большой точностью. Вам нужно сохранить некоторые из клеток, потому что вам нужно знать конечную цель, прежде чем вы начнете. Вам не нужно просто переваривать все, что нужно устранить. Образованные ранее структуры начинают быстро размножаться, и вы уже можете проследить рисунок и форму крыла. Эта вечная драма смерти и возрождения происходит в уединении куколки без аплодисментов зрителей. В течение двух десятилетий ученые старались приподнять занавес. В течение 15 лет я занимаюсь тем, чтобы попытаться каким-то образом попасть туда и сфотографировать внутреннее устройство куколки. Это вопрос, который мы долго обсуждали. И я думаю, что магнитно-резонансная томография может быть идеальным инструментом, чтобы увидеть то, что происходит внутри куколки. Задача визуального представления развития бабочки заинтересовала биолога Ричарда Стрингера из университета Дьюка и его центра микроскопии In Vivo. Там в течение 10 дней куколки бабочки монарха были отсканированы на всех стадиях метаморфоза. Каждое сканирование содержало более чем 200 срезов куколки. В течение 8 часов в первый день Стрингер наблюдал значительные изменения. Хотя это была очень ранняя стадия, но уже были видны сформированные органы, которые уже были частью бабочки. Такие как основа головного мозга, мышцы ног, крылья и усики, они были самыми длинными. На этом этапе больше деталей не появилось. Данные Стрингера с МРТ позже использовались для создания модели трехмерных участков тела бабочки, когда они формировались в куколке. В первый день массивный пищеварительный тракт гусеницы все еще оставался почти нетронутым. На 10-й день, за несколько часов до появления бабочки, пищеварительный тракт полностью перестроился. Сейчас около 25% его первоначального объема идеально подходит для взрослого насекомого, которое будет питаться почти исключительно нектаром. Во время этой трансформации почти полностью развиваются репродуктивные органы бабочки, которых нет у гусеницы. Ее сердце в форме трубки преобразуется для работы в животе бабочки. В
фаза куколки – это драматическое непрерывное изменение. Глаза гусеницы, способные распознать лишь тьму и свет, заменяются большими и сложными органами зрения. Мышечная система, обеспечивающая подвижность насекомого, имеющая ячеистую конструкцию, полностью перестраивается. На шестой день уже видны двое усиков в теле еще бесформенной бабочки, так как они располагаются вдоль стенок куколки. Каждая из них состоит из сети вен и бесформенных органов, созревающих менее чем за две недели. Это уже похоже на другое тело. И в течение недели изменения происходят в сердце. У вас есть большой оркестр с дирижером и лидер, который за все несет ответственность. Без сомнения, это была самая необычная вещь, которую я когда-либо видел. От гусеницы к бабочке. Превращение в совершенно новую форму жизни почти окончено. С первых минут своего появления бабочка готовится к полету и еде, чтобы укрепить свой организм. Хоботок – это язык, свернутый в улитку. С помощью мышц, образующих в голове бабочки насос, им можно высасывать нектар. Внутри куколки хоботок развивается двумя отдельными частями. Но сразу же после появления бабочки они соединяются в единый элемент, иначе она будет голодать. У этих двух половин хоботка есть каналы, обращенные друг к другу, которые должны объединиться. На голове есть два маленьких придатка, называемых пальпами. Эти маленькие лопасти, похоже, защищают и помогают функционировать хоботку. Во время сбора нектара бабочка достигает окончательной зрелости. Крылья, появившиеся у бабочки из куколки, и мягкие и гибкие, как бархат, пронизанные пустыми сосудами. Далее бабочка, используя мышцы живота, перекачивает жидкость и лимфу в сосуды на крыльях, которые быстро достигают своего окончательного размера и формы. Каждая из четырех крыльев бабочки покрыта тысячами чешуек. Это микроскопическое покрытие, такое как черепица на крыше. Эти крылья не только имеют потрясающую аэродинамическую эффективность, но также действуют как солнечные панели, которые захватывают тепло, чтобы нагревать летные мышцы этого хладнокровного насекомого. Глаза бабочки также сформированы из обширной сети составных частей. Тысячи шестиугольных приемников работают вместе, чтобы создать мозаичную картинку окружающей насекомой среды. Сферическая форма каждого глаза обеспечивает поле зрения более чем на 180 градусов.
Они снабжены системой зрения на основе четырехцветных пигментов, которая позволяет им видеть ультрафиолетовое и инфракрасное излучение лучше, чем люди. Усики дополняют арсенал сенсорных систем. Усики контролируют баланс и равновесие в полете и улавливают наиболее важные ароматы для бабочки. Их концы покрыты рецепторами, которые могут обнаружить запах растения хозяина или потенциального партнера примерно в 2 километрах. Бабочка оснащена 3 парами сочлененных ног с суставами, покрытых щетинками, которые обнаруживают вибрацию, а возможно даже звук. При этом эти щетинки, совмещенные с нервными клетками, прикоснувшись, реагируют на аромат и запах каждого конкретного листа. Это чувство вкуса и запаха активируется всякий раз, когда насекомое царапает поверхность растения. Некоторые из лучших мировых биохимиков сейчас изучают процесс метаморфоза на новом уровне, пытаясь совместить технические достижения молекулярной биологии с современными системами визуализации. В случае с бабочками, это похоже на прекрасное произведение искусства. Вы можете оценить это, представив, как нужно было бы нанести краску на холст, чтобы получить подобный результат. Но на самом деле все происходит гораздо сложнее. Мы знаем только некоторые из элементов процесса метаморфоза. Это тайна. Это как черный ящик. Мы помещаем гусеницу в черный ящик, а из него уже вылетает бабочка. Что случилось? Что случилось? Мы знаем только часть того, что происходит внутри головного мозга этих насекомых. И все, что они могут делать, так это ориентироваться, уклоняться от опасности, искать самок и подходящие растения. Это одно из величайших чудес света. В то время, как наука исследует жизненные циклы 20 тысяч видов бабочек, населяющих Землю, одна история более примечательна, чем все остальные. Это эпическое трансконтинентальное приключение, тайна красивого путешествия, которое прекрасно иллюстрирует метаморфоз. Более 30 лет группа ученых со всего мира под управлением биолога Томаса Эммеля в отдаленном лесу изучали феномен беспрецедентного характера — миграцию бабочки-монарха в Мексику. Я бывал там каждый год, начиная с 1981-го, и часто ездил туда 1, 2, 3 и даже 4 раза в год. Это своеобразная бабочка, которая делает что-то действительно захватывающее. Представьте себе, что 300 миллионов монархов одновременно стаи пролетели расстояние от 4 до 5 тысяч километров, чтобы оказаться в 12 небольших местах, которые все еще существуют в районе трансвулканического пояса, расположенного на юге Мексики. Миграция монархов начинается в сентябре, когда большинство североамериканских обитателей к востоку от скалистых гор летит в центральную Мексику. Их путешествие может составлять более 4000 километров, и это имеет решающее значение по 2 причинам. Монархи — это тропические бабочки, которые не выдерживают заморозков, характерных для Среднего Запада и Канады. Их жизненный цикл зависит от ваточника. Более 100 видов ваточника цветут в Соединенных Штатах весной и летом.
Это единственное растение, на которое самка-монарх решит отложить яйца. Листья ваточника содержат диатонические химические вещества, которые могут вызвать болезнь или смерть после того, как гусеницы съедают растения и накапливают яд во внешнем слое кожи. Затем, во время стадии метаморфоза, эти вещества переносятся от гусеницы к взрослым особям. И когда монарх расправляет свои крылья, они тем самым посылают сообщение хищникам, которые не едят их из-за ужасного вкуса этого вещества. Как и монарх, ваточник не может пережить суровую зиму в Северной Америке, и в конце августа у него созревают семена. Именно тогда монарх останавливает всю свою репродуктивную деятельность. Если эта самка и ей больше 9 месяцев, у нее все еще предостаточно спермы. Они все еще питаются, они активны, но спаривание их больше не интересует. Без ваточника и до следующей весны монархи полностью сосредоточены на подготовке к трансконтинентальному перелету. Они проводят последние недели лета, питаясь нектаром, чтобы накопить запасы жиров и углеводов для путешествия. Монархи, родившиеся весной или в начале лета, живут только от 2 недель до 1 месяца. Но поколение, которое появляется в августе, как правило, рассчитано на срок до 9 месяцев, что является решающим условием их выживания. Это последнее поколение лета, которое будет жить всю зиму аж до следующей весны, является интересной проблемой для биологов. Потому что есть 2 поколения, которые предшествуют этому поколению, где взрослые живут 2-3, ну максимум 4 недели, а затем умирают. И вдруг рождается поколение, которое будет жить целых 9 месяцев, это в 9 раз дольше. Считается, что существует разница в генетическом коде, которая составляет около 6 генов, уникальных именно для этого поколения, что позволяет им жить дольше. Продолжительность жизни этого поколения позволит бабочкам летать на юг в течение 8 недель, провести там 4 зимних месяца, а затем начать свое возвращение на север, где они будут создавать новое поколение монархов дома. Когда приближается осень и температура в полдень опускается ниже 10 градусов по Цельсию, сокращение дней дает сигнал бабочкам начать их миграцию. Сеть сенсорных органов позволяет им ориентироваться на юг. Многие задаются вопросом, как бабочка ориентируется, в каком направлении она должна лететь. Рассмотрим несколько вариантов. Бабочка может воспринимать длину дня благодаря небольшим органам в своих усиках. Они способны определять положение солнца над горизонтом. Благодаря биологическим часам в их мозге, они могут оценивать траекторию Солнца, которая поднимается рано утром на горизонте на востоке, и в конце дня, когда Солнце садится на горизонте на западе. Поэтому они двигаются на юг, и по траектории Солнца каждый день корректируют свой перелет. От Северной Канады и до штатов Мичиган и Мэн монархи путешествуют в среднем по 80 км в день, паря на тепловых потоках воздуха. В середине октября их основные маршруты миграции сходятся, когда почти все бабочки находятся к югу от Техаса у пересечения границы. С другой стороны, некоторые из них совершают более прямой маршрут, пересекающий Мексиканский залив.
В конце октября, по вечерам, после холодного атмосферного фронта, монахи спускаются на нефтяные вышки в заливе. Возможно, бабочки прерывают самый длинный этап их путешествия, будучи привлеченные огнями. Здесь, на трубах и канатах массивных конструкций, они устраиваются на ночевку. В 1993 году биолог Гэри Росс и группа добровольцев задокументировали монархов на более чем 20 платформах в течение 2 недель. На рассвете бабочки, согревающие свои полетные мышцы, вычисляют свои позиции относительно Солнца и продолжают свое путешествие. После пересечения южной границы Техаса восточные монархи собираются на маршруте миграции шириной около 80 километров. На этом этапе их миграции на юг они следуют географии горного хребта Сьерра-Мадре. Рядом с регионом, называемым Сьерра-Горда, они внезапно меняют направление и прокладывают путь через хребет, расположенный на юго-запад вглубь Мексики. Финальный отрезок их пути проходит в начале поперечного горного хребта, который идет с запада на восток, имеющего вулканическое происхождение. Эта транзитная цепь вулканов самая высокая в Мексике. Эти горы богаты отложениями тяжелых металлов, которые могут играть важную роль в навигации монархов. Золото, медь, железо, марганец — все эти металлы создают аномальное магнитное поле. Это, по-видимому, важно для привлечения монархов, потому что они имеют небольшие магнитные частицы в грудной клетке и брюшной полости. Они помогают им ориентироваться именно на этот горный хребет, потому что при приближении к этой горной цепи возникают сильные магнитные аномалии из-за всех этих тяжелых металлов вблизи ее поверхности. Таким образом, частицы магнетита вращаются, как будто маленький компас внутри клетки, который сигнализирует монарху, что он должен идти в определенном направлении. До начала 20 века единственными людьми, которые наблюдали за прибытием бабочек в Мексику, были фермеры и шахтеры, которые жили и работали в этих вулканических горах. Затем, 2 января 1975 года в лесу, в 100 километрах к западу от Мехико, миру открылось захватывающее явление. Миллионы монархов собрались в еловом лесу на высоте около 3 километров над уровнем моря. Канадский биолог Фредерик Буркюарт посвятил всю свою карьеру исследованию этой колонии. Он описал ее как невероятно славное место, где бабочки трепещут в воздухе, как осенние листья. На фоне неба с гор поднимается вихрь из оранжевого и черного мерцаний. Теперь науке открыта чрезвычайная важность миграции восточного монарха. И что действительно замечательно в этой миграции, так это то, что никто из этих насекомых не совершал это путешествие ранее, как и их родители и прародители во втором и третьем поколении до них. У них нет лидера, который уже ранее совершал это путешествие, в отличие, например, от белого канадского журавля. У них нет предков, у которых есть опыт руководства, чтобы сказать им, куда лететь или где останавливаться, когда наступает ночь. Несмотря на это, они садятся на одно и то же дерево, в том же самом месте, с той же стороны горы, где их прародители были в прошлом году.
С 1975 года в этих горах была обнаружена дюжина постоянных колоний, в которых зимуют. Каждое из этих мест поддерживает микроклимат в очень тонком балансе, который помогает сохранить монархов до весны. Средняя температура в колониях составляет от 2 до 14 градусов по Цельсию. Окружающая температура достаточно теплая, чтобы насекомые не замерзали и не переохлаждались, но при этом она минимизирует их расходы энергии. В течение более 4 месяцев сотни миллионов бабочек живут в полусонном состоянии, медленно потребляя запасы питательных веществ, накопленных в течение лета. Еловые ветки и иголки обеспечивают им устойчивую точку, которая дает возможность располагаться несколькими толстыми слоями. Так они могут выдерживать плохую погоду в течение нескольких дней и даже недель. Ходом весны насекомые готовятся покинуть места, где они провели зиму. После того, как солнце пригреет, колония монархов начинает покидать свой насест в течение нескольких часов каждый день. Они пролетают короткие расстояния, ища нектар и воду, которые будут их кормить во время перелета их на север. Паря на низкой высоте, они питаются полевыми цветами и поглощают влагу из росы на траве и ручьев, которые спускаются с гор. Увеличение продолжительности дня также вызывает биологические изменения у монарха. В начале марта репродуктивные органы бабочки становятся активными, а самцы начинают производить сперму и оплодотворять яйца. После спаривания они покидают колонии и направляются на север, чтобы произвести новое поколение. Отлет монархов из Мексики совпадает с новым пиком расцвета ваточника в Южном Техасе. Когда самки находят свои растения хозяева, они откладывают яйца. На этом их жизненный цикл завершен, и вскоре все они умрут. На протяжении всей весны и лета следует один за другими поколения монархов, каждый из которых проживает примерно один месяц возле ваточника, который активно растет на Среднем Западе и Юге Канады. А затем, в конце августа, возле посева ваточника в Миннесоте, расположенных вдоль озера Онтарио, появляются бабочки последнего поколения, готовые снова совершить великую миграцию. Цикл, которому монарх следует во время этого путешествия с севера на юг и возвращаясь на север весной, действительно ошеломляет. Это насекомое пересекает огромное пространство между тремя странами. Представьте себе его крошечный мозг.
И этот мозг монарха способен записывать всю информацию, необходимую для того, чтобы совершить весь этот путь протяженностью почти 4000 километров, корректируя свою траекторию каждый день по движению Солнца, когда оно опускается на горизонт. Прилетая к месту зимовки в Мексике, как они знают, на каком горном массиве их предки были прошлой весной? Но этот крошечный мозг содержит всю эту информацию. Это удивительная тайна, которая будет захватывать внимание ученых на десятилетия и века в будущем. И мы только начинаем понимать это сказочное чудо. Невозможно понять, как гусеница превратилась в бабочку, не задаваясь вопросом, как это происходит. Их метаморфоз, их миграции, их жизненные циклы. Как это возникло? Что регулирует и контролирует этот процесс? Эту замечательную, потрясающую ум-трансформацию? Биолог, столкнувшийся с загадкой подобной метаморфозе, будет смотреть на эту загадку с определенным аналитическим фильтром. Этот фильтр представляет собой способ понять проблему. И для большинства биологов этим фильтром будет бесцельный эволюционный процесс. И с конца 19 века большинство объяснений жизненного цикла бабочек и других организмов разделил основной принцип. Чтобы считаться учеными, люди должны полагаться исключительно на естественные причины без цели. Это мнение было впервые опубликовано Чарльзом Дарвином в его «Теории эволюции со случайными изменениями и естественным отбором». И сегодня его принято считать основой современной биологии. Но может ли такая теория оправдать происхождение метаморфоза? Идея дарвиновской эволюции жизни заключается в том, что у организма, обладающего определенным набором характеристик, все они в конечном счете возникли в условиях естественного отбора. Таким образом, для создания первых бабочек естественный отбор должен был бы действовать исключительно за счет генетических мутаций, которые являются исходным материалом для эволюции. Мутация — это ошибка в ДНК организма, изменение генетического кода живого организма. Теория естественного отбора утверждает, что накопление мутаций в течение длительного периода времени вызывает развитие любой сложной жизни на Земле. В общем, мутации — это ошибки. Это изменение ДНК, и его мутации происходят случайно. Они не направленные или принудительно возникающие в определенном порядке, определенной последовательности и в определенное время. В этом процессе заранее ничего не планируется, нет видения того, какой орган или структура понадобится в будущем. Так что это настоящая проблема, особенно когда вы рассматриваете такой наиболее важный элемент, как метаморфоз куколок. Гусеница и бабочка сочетают в себе два радикально разных образа жизни. Это виртуозный и совершенный процесс, где один тип организма трансформируется в другой. Степень этого преобразования можно сравнить с автомобилем Ford моделью T, который внезапно становится своим собственным гаражом. Внутри этого гаража расположен автомобиль из металлического сплава с фрагментами резины и стекла. Затем все эти части реорганизуются сами по себе в более сложные элементы, чем те, что ранее присутствовали в модели Т. Через несколько дней двери гаража распахиваются, и совершенно другой вид транспортного средства летит к небу.
Хотя такая аналогия — это только фантазия. Но даже если это было бы и возможно, я не думаю, что преобразование автомобиля в вертолет было бы столь же впечатляющим, как трансформация, происходящая внутри куколки. С этого момента, когда ткани и органы гусеницы разрушаются, а затем перерабатываются в куколке, начинают развиваться крылья, фасеточные глаза, репродуктивные органы и навигационные системы. Все это удивительно красиво и эффективно. И несмотря на необходимость гибель клеток в куколке, происхождение этого процесса бросает вызов фундаментальной логике естественного отбора. Одному из требований естественного отбора — продолжению рода. Вы должны иметь возможность копировать себя, особенно ваши гены, которые вы должны передать потомкам. Но куколка, если она только не представляет собой мозг более поздней цели, это самый настоящий гроб. Если вы гусеница, то входить в свою собственную могилу, превращая свое тело в молекулярный суп, было бы самоубийством. Если гусеница не становится взрослой особью, то она просто бесполезна, потому что не может дать потомство. Отсутствие потомков для эволюции — это тупик. Таким образом, это вам ничего не даст, если вы просто убьете себя. И это вызывает нескрываемое удивление. Я знаю, что я могу покончить с собой, дождавшись следующего месяца. Гусеница, превращаясь в куколку, не осознает при этом, есть ли у нее в планах выйти из нее. Изменяясь во взрослую бабочку, эти ткани перестраиваются во взрослую форму, чтобы дать ей возможность появиться на свет. Но естественный отбор так не работает. Он не может представить себе будущее и прогнозировать, что развивающемуся организму понадобится через неделю, месяц или даже через 1000 лет. Поэтому, когда первые гусеницы вошли бы в мир, не прогнозируя свое будущее, естественный отбор не смог бы поддержать процесс разрушения клеток. Но отсутствие предвидения — не единственная проблема теории Дарвина. Биологи давно признали, что естественный отбор может быть успешным только в случае больших скачков в эволюции. Этот процесс может продвигаться только через ряд прогрессивных изменений, каждый из которых не ниже определенного минимума. Однако, согласно эволюции, наименьшие изменения имеют больше шансов быть переданными, поскольку они не влияют радикально на жизнеспособность организма. А большие изменения разрушают тот организм, который, по идее, должен их лучше сохранить, благодаря естественному отбору. Но когда дело доходит до возникновения метаморфоза, понятие эволюции путем постепенных изменений заходит в тупик. По своей природе метаморфоз — это вопрос всего или ничего. Его успех был обусловлен тем фактом, что инструкции, включающие в себя гены для построения белков, и программа развития, необходимая для их интеграции, имелись в наличии с самого начала. Молодые особи должны быть сразу, со всеми регуляторными элементами, которые начинают одни процессы преобразования и останавливают другие. Все клетки должны быть запрограммированы заранее для работы, которую они будут делать в нужное время и отвечать на получаемый ими сигнал. Клетки гусеницы должны знать, что они погибнут. Вы должны помнить, что гусеница не думает обо всех этих вещах. Ничто не подсказывает ей, что пришло время, ее внутренности и внешний покров готовы для необходимых преобразований. И нет, это нужно делать быстро, скоординированным образом. Когда начнется этап формирования куколки, вы не сможете вернуть что-либо назад. Вы должны завершить преобразование. Гусеница, обеспеченная всем необходимым для выполнения метаморфоза от 10 до 25%, не сможет его завершить. Выполнение только части этого преобразования не позволяет ей стать полностью сформированной взрослой особью.
Она должна воссоздать взрослые крылья, взрослые усики, взрослые глаза. Она должна изменить размер мозга и создать связь с ним от усиков и глаз. Необходимо перестроить кишечник, чтобы вместо того, чтобы есть растения, питаться нектаром. Сколько необходимо мутаций и насколько они должны быть скоординированы? Если ей при этом повезет с глазами, а с кишечником нет, то такую бабочку ожидает крах. Или если у нее есть исправные крылья, но к ним не подсоединены мышцы, то она не взлетит и умрет. На этих примерах можно почувствовать масштабы проблемы. Поэтому, если бы эволюция смогла методом мелких изменений создать такие структуры, то это было бы чудом. Если бы существование метаморфоза было вызвано процессом без цели, то он должен быть сделан сразу. Естественный отбор с его плавным процессом накопления мутационных изменений по определению не может построить такой механизм. Чтобы создать такой механизм, как метаморфоз, вам нужна причина совершенно другого типа. Есть только одно явление, которое может видеть отдаленную цель, которое может сосредоточиться на этой цели и предоставить все ресурсы, необходимые для того, чтобы сделать все с первого раза. Я думаю, что единственная причина, которая могла бы сделать это разумный агент. С философской точки зрения, предложение разумного замысла как средство для объяснения происхождения и развития жизни противоречит предположениям многих биологов. Но разумные и объективные доказательства его присутствия можно увидеть в куколке и на крыльях монарха. Метаморфоз не только бросает вызов дарвиновскому объяснению происхождения жизни, но и всячески поддерживает идею разумного замысла. Если вы посмотрите на механическое устройство, такое же сложное, как и у бабочки, то вы бы ни на мгновение не постеснялись отнести его к интеллекту. При этом вся бабочка намного сложнее. Она почти за пределами нашего понимания и сложнее всего того, что мы делаем. Наш опыт подсказывает, что если мы видим сложную спроектированную инженерную разработку, в которой все строго настроено, учтены все мельчайшие детали, то мы говорим, что это подтверждение наличия разумного замысла. Чтобы сконструировать бабочку, нам нужна причина, которая представляет себе долгосрочную цель, а затем направляет каждый шаг, необходимый для достижения этой цели. Из нашего опыта мы знаем, что только универсальный разум способен это сделать. Вам также нужна причина, которая сможет преобразовать все основные элементы одной конструкции для создания другой конструкции более высокого уровня. Бабочки содержат в себе все те же самые гены и белки, что изначально были в гусенице, и повторно используясь, привели к появлению летающего насекомого. Генетик и нобелевский лауреат Барбара Маклин так отметила, что необычно, что два блестяще разработанных организма имеют один геном. Чтобы создать бабочку, вам необходимо собрать инфраструктурную сеть, которая будет отдельно конструировать крылья, навигационные системы и программное обеспечение. А затем интегрируйте все эти системы в один очень сложный организм. Вы должны быть художником, чтобы придать ему такие цвета, узоры и форму. Наполнить чувством красоты и эстетики, которые выходят далеко за рамки утилитарных причин, таких как камуфляж или идентификация видов. Возможно, что какой-то аспект красоты бабочек не только служит для их воспроизводства и выживания, но и для нашего удовольствия. Но
Многие мои знакомые студенты, изучая биологию, сосредотачивают внимание на бабочках, потому что считают их великолепными. Естественный отбор не имеет причин для красоты. Красота – это признак метафизики. Следовательно, она не имеет материальной причины. И мы это знаем, но мы должны также признать, в каком направлении она нас ведет. Мы, люди, обладаем уникальным талантом, который позволяет нам оценить очевидное, а затем прийти к логическому выводу. Это основа науки. Когда вы видите определенные действия в природе, то вы выступаете в роли следователя для обнаружения причины, которая объяснит это действие. Когда вы оцениваете доказательства, выявленные в метаморфозе, то вы обращаетесь к своему личному опыту, чтобы определить, какая из причин может привести к такому результату. Я считаю, что единственным разумным ответом является разум, выходящий за пределы мира природы. Мудрый создатель, блестящий техник и великий художник. Способный превратить небо в летний день. Прекрасное доказательство того, что жизнь на Земле является продуктом кого-то более грандиозного, чем слепой и бесцельный процесс.